утро. У нас сегодня четверг, муж уже ушел на работу, я решила немножко в кровати поваляться, вроде спать не хочу. Но на улице просто темнота, и мне очень трудно просыпаться, делать завтрак, когда на улице темно. Я вообще не люблю кушать, когда на улице темно. Это я только одна такая, особенно по утрам. По утрам кушать легче и как-то вкуснее, когда уже есть свет, чем когда темнота. Вот. Хотела сказать, потому что все-таки все еще люди мне это пишут. Я понимаю, что у меня акцент. Я понимаю, что, может быть, я кажусь не самой умной. Я иногда говорю тупые вещи, но я не тупая. И когда я говорю, что чарку кастрировали, это потому что чарку кастрировали. Кастрация и стерилизация – это не зависит от пола. Стерилизация – это когда, скажем так, делают так, что твоя кошка или твоя собака не могли забеременеть. То есть у них просто чего-то там отрезают, какие-то там тюбики завязывают и все. Кастрация – это когда полностью весь репродуктивный орган забирают. У нас в Америке просто делают кастрацию. Они просто делают операцию и тупо вытаскивают репродуктивные органы. То есть у чарки все вытащили. У нее не осталось ничего женского. Вот. Поэтому у нее не делаются женские гормоны, у ничего не создается. Это называется кастрация. Это не зависит от пола. Я раньше тоже так думала, что кастрация это для мужиков, а стерилизация для баб. Нет. Это не так. Это две различные операции. Поэтому, да, мою чарку кастрировали. И мне очень смешно, когда люди думают, что они правы, что они все знают, и потом тебя по таким вещам исправляют, а ты такой думаешь, вообще-то я села экстра почитала, я знаю, что это кастрация, что я права. Вот. Так что такие дела. Вы не самый умный.
Иди. Эй, иди. Я заказала матрас несколько дней назад, и что-то очень долго его не отправляли. Вчера получила сообщение, что они его отправили, сегодня смотрю, он завтра уже будет. Было написано, что вообще-то 29-го я его получу, сегодня 21-м. Вы понимаете, насколько он быстро приходит. Я такой человек, я люблю, когда лучше дают дату дольше, зато раньше приходит товар. Это очень... приятно, и человек автоматически радуется, чем когда говорят, он будет быстро, а потом он опаздывает, и ты автоматически такой злой, недовольный, говоришь, вот, вы же сказали эту дату. Поэтому я, кстати, матрас в Walmart заказала, и что мне вот в Walmart нравится, я очень часто там заказываю какую-то мебель. Мой столик в зале — это Walmart. Я вам, кстати, покажу все, что я в Walmart купила, чтобы вы поняли. И каждый раз они говорят дату, но всегда товар приходит раньше, и это очень классно. И на днях я, кстати, думала, насколько я поменялась как человек в том плане, что если посмотреть мои старые видео, у меня там одни покупки из одежды, покупки из косметики, да, вечно покупки, покупки, покупки. Я всегда ходила, что-то новенького покупала, и всегда думала, о, можно будет заснять видосик на YouTube. Знаете сейчас, какие у меня покупки? Почему я их не показываю? У меня покупки земли. Я 3 больших пакета земли на днях купила. Потом я купила 2 пачки семена для травы, чтобы посадить траву, чтобы семена потом покрыть новой землей. Матрас сейчас я купила новый. Я купила за 330. И мне очень страшновато покупать матрас в интернете, потому что матрас такое дело, надо полежать, почувствовать его. Но дело в том, что матрасы, которые продаются в магазинах, они стоят все по 500, по 1000, по 2-3 тысячи долларов. И я не готова. Матрас, на котором мы сейчас спим, он 4 инчев, и он у меня чисто вот мягкий, как называется... Memory foam, чисто memory foam, 4 инчев. Я его тогда купила, когда мы только переехали от родителей мужа в Техас обратно. Мы тогда спали на матрасе на полу, это была единственная наша мебель во всей квартире, матрас на полу. И я его купила тогда за очень дешево, 120-130 баксов. И мы вот с тех пор уже, сколько, можно сказать, 4 года мы на этом матрасе, короче, спим. Я решила, что нужен нормальный матрас. Я выбрала по отзывам хороший, по цене вроде норм. И он с пружинками. И потом сверху вот этот memory foam. Все дела. Должен быть хороший, и он 10 инчев. Очень-очень боюсь, но по отзывам люди его описывали так, как я хочу. Я не хочу слишком мягкий, не хочу слишком твердый. Самое то, наш сейчас слишком мягкий. Мне... порой болит спина, когда я просыпаюсь, потому что, ну, матрас мне не нравится, я прям в него пропадаю. Ну, он чисто memory foam, что еще ожидать с такого матраса? Интернет пропал. Так что, да, я очень рада, что завтра будет мой матрас. Как раз к выходным. Вот. Так что, да, у меня такие вот покупки. Покупки для дома. Я все для дома покупаю.
Ну, раз мы начали как бы покупки, вот, короче, вот это я покупала в Walmart. Не помню, сколько он стоил, но, наверное, не больше, чем $200. Потом в Walmart покупала этот стол. Понимаете, мебель с Walmart. Она бюджетная, да, она не самая лучшая, но она бюджетная, она долго держится. Как бы, ну, и что еще могу сказать? Так, я лохлопья, кстати, сегодня купила в Маршалсе. И вот еще это я купила в Маршалсе. Мне такие вот очень нравятся, не знаю, поднос или как это называется, ящики. Я такие вот вещи люблю. Еще, кстати, я в Маршалсе сегодня купила в TJ Maxx, то есть я очень давно хотела такую кружку с Техас, и потом здесь внутри I love Texas. Мне очень понравилось. Вот. И большая, как я люблю. Так, что я еще в Walmart покупала? В Walmart я покупала вот этот столик. Это тоже с Walmart. Видите, да, я люблю Walmart. В Walmart я покупала вот этот зонт. Вот этот набор с 4 стула и стол. Это тоже все в Walmart. И еще в Walmart я купила. Сейчас вам покажу. На этом вроде все. Больше в Walmart ничего не покупали. Ну, вот наш матрас, который у нас сейчас. Это Target. Это в Walmart покупала. Это в Walmart покупала вот эту полку. И стулик. Это Target. Ну вот, и вроде нормально, красиво, нормально, хорошее качество и недорого. Поэтому обожаю Walmart. Очень часто там... Это тоже Walmart. Очень часто в Walmart покупаю не только еду, но и мебель. Потому что там хорошие цены. Большой, что большой? Большой... Я забыла слово. Чара, помоги. Большой выбор! Выбор большой. Вот. Одно. Не берите нотропики на пустой желудок. Не то, что он пустой, но желательно покушать и потом взять. То, что у вас нет чувства голода, не значит, что у вас полный желудок. Мне теперь плохо. Плохо в том плане, просто в животе немножко очень странное чувство и просто неприятно. Да. Уже второй раз делаю эту тупую ошибку, и все никак не могу понять, что не бери нутропики, когда ты не поела. Даже если ты чувствуешь, что у тебя вроде... Ну, ты не голодная. Но то, что ты не голодная, не значит, что в животе достаточно еды. Так что я сидела, училась, потом как-то стало так резко плохо, я легла на пол. Я вообще всех людей, я обожаю лежать на полу. Вот вы любите лежать на полу? Я вот могу лежать на полу. Я могу поставить компьютер на пол и лежать на полу, смотреть сериальчики. Либо я на полу тоже люблю сидеть, но я люблю поваляться на полу. Не знаю. Поэтому, наверное, тоже у нас дома так чисто, и я никому не разрешаю ходить с обуви по дому, потому что я на ковре валяюсь. И так хорошо, что даже иногда засыпаешь на полу. Это, наверное, атмосфера в моей комнате. У меня такая атмосфера в моем офисе. Такая доброжелательная, хорошая, позитивная, что прям на полу засыпаешь.
Скоро даже муж прийти с работы. Я потом пойду ему готовить еду. Сегодня будут макарончики с колбасочкой жареной и с лучком жареным. Просто ничего такого нету, поэтому будем готовить с того, что у нас дома есть. А завтра в магаз за продуктиками. И завтра мой матрас придет. Я так рада. Ладно. Пойду дальше валяться. Жесть. Я сейчас реально засну. Короче, смотрите, прикол. Я собаке сказала, что нельзя на кровать, потому что я помыла матрас, и я матрас буду продавать. Посмотрите на это бедное лицо. Она теперь здесь лежит, в этом углу. Бедное лицо, как будто она какая-то бедная. На какашках серого. Странная ты собака. Я всего лишь сказала, на матрас нельзя. У тебя кровать, у тебя ковер, у тебя диван. В угол она забилась. Забилась, как бедненькая.